Привет, друзья! В честь сегодняшнего святого праздника, прощенного воскресения, значит, я решил написать несколько строк и решил с вами ими поделиться. У каждого на свете есть желание жить, одних любить, другим лукавить, мстить. Но я пытаюсь всех простить, не утонуть в порывах их желаний. От Бога нам дана судьба, и каждый думает, что может. Один играть, другой пылить, и просто ждать, как многие другие. Я в этот день прошу меня простить за боль, за правду и за все плохое. Я всех вас буду искренне любить. Пока мы живы, можно все исправить. Нам нужен мир, тепло и сильный свет, чтоб в выборе пути не ошибиться. Ты у меня все, Боже, забери, а всех прости, не дай во тьме им очутиться. С праздником, дорогие друзья, всего вам доброго в этот день. Я вас люблю. Простите за все плохое. Я всех давно простил.